В марте 1758 года, когда Иван Сергеевич неофициально редактировал журнал «Русская беседа», граф Алексей Толстой прислал ему несколько своих стихов, и в том числе названные по имени английского политического деятеля 17 века «Галифакс». Оно начиналось известно теперь с такой двухзнаковый боец, но только кое случайно. Аксаков отметил, что это стихотворение ему не совсем по душе, особенно последние его строки. «Не купленный никем, почему не стал я знамя, при страстной верности друзей не в силах снесть, я знамя не врага отстаивал бы честь». Вот последняя строка особенно его коробила. И Аксаков прямо сказал автору, что считая стихотворение в настоящем его виде, без выражений авторского на этот предмет воззрения, вредным. Вероятно, замечания были отчасти толстым приняты, и потому что все эти стихи вышли без заглавия, указывающего на такую странную, по словам Аксакова, личность. Но дело не в этом. В общественной борьбе Аксаков нередко, и чем далее, тем чаще, сам занимал положение между двух лагерей или положение человека, гребущего против течения. Кстати, еще один образ, рожденный стихами Алексея Толстого. В том самом 1958 году, когда он писал ответ Толстому, Аксаков самый радикальный из сценариофилов, он, как никто из них, близок к Герцену, печатает для него в Лондоне свыше 30 своих произведений. Кстати, до сих пор они не выделены в отдельный корпус, и кроме присутственного дня не рассмотрены в герценовском контексте. Ну, впрочем, кто тогда не ездил в Герцену, даже Катков, собиравшись издавать с ним общую газету. А спустя 3 года после поездки Катков вместе с министром народного просвещения Глубины разворачивает в печати антигерценовскую кампанию. Аксаков со своей газетой «Деньги» в этой ситуации ведет себя именно как двух станов не боец, хотя различия позиций его и лондонского эмигранта в то время вполне очевидны. А годом позже, во время польского восстания, Аксаков вступает в спор с Герценом, заплепнувшего к восставшему Бакунину. Ну как это делает? Сначала дает Герцену высказаться на странице своего дня, а затем опровергает его. Другой, не менее известный сюжет из истории дня. Простите, Красноборонова. Почти неизвестный, не обращали на него внимания. В сентябре-октябре 1861 года, когда газета только-только начала выходить, в Москве возникли студенческие волнения. Аксаков, несмотря на запрет цензуры, чтобы писать о волнениях, добивается публикации статьи «Обращение к студентам». Их возмущение, демонстрации и митинг, устроенный на могиле Градовского, Аксаков от них не радует, но в поступках, если молодежи, он видит отражение всего русского общества. И осуждает не молодых людей, а общество. Представители либеральной части того самого общества, например, Елизавета Связан, так не мир, возмутились. Причем не за общество. Связ, по крайней мере, упрекает общество вообще не заметила, а за передовых студентов. Связ предсказательно утверждал, что Аксаков пришел на помощь, цитирую, партии московских профессоров, которые требовали казаков, плетей и военной команды. Не менее показательной позиции властей. Председатель Московского цензурного комитета, пропустив статью, формально в ней не было ни слова о волнениях, но все понимали, о чем она, направил запрос в министерство просвещения, правильно ли он поступил. Ответа пришлось ждать больше 2 недель. И не потому, как ответил граф Кутятин, министр тогдашнего просвещения, что он в свою очередь адресовал вопрос начальнику третьего отделения князю Болгарокову, между зданиями этих учреждений на Фонтанке не такое расстояние, что письма министра ходили около 2 недель. Власть 2 недели не понимала, какую позицию занять. Даже в такой, казалось бы, простой ситуации газетчик увещевает разбушевавшихся студентов. Но уже через номер Аксаковский день делает диаметрально противоположный шаг. Напечатав передовой 5 номера дня, Аксаков рассказывает в письме Бутовой. Эта статья есть продолжение моей статьи в 3 номере. Там я обратил слово к студентам, а здесь обратил слово к профессорам, которых считаю более виновными, чем студентов. И хотя Аксаков не называл имен, в первую очередь он имел в виду профессора Правомеда Чечерина, выступившего с речью про правительственном духе, который осуждал у студентов. Эта статья также имела огромный резонанс, и, как сообщала Бутова, едва не явилась причиной закрытия дня. Здесь воспринимал, как надо действовать. В это самое время Надежда Саханская напоминала Аксакову. Я помню, вы мне как-то писали о русской беседе, что если она не имеет влияния на публику, по малочисленности ее чтецов, то взамен того она имеет влияние на литературу. Каждый день, по крайней мере, в начале будет находиться в таком же положении. Понятно, что Саханская говорила не о литературе в современном понимании слова, о гнящей словесности, а о литературе как форме общественного служения. В этом смысле весомое значение имели и все последующие издания Аксакова.
Еще характерный пример. В 1862 году император стал впервые, готовить регулярные более подробные обзоры русской прессы. Так вот, если судить по количеству обращений и конкретным изданиям, еженедельный день до июля 1862 года уступал только либеральной ежедневной газете «Северная пчела». У той было 38 откликов. И день шел вровень, точнее, опережал на один отклик Котковскую старинную летописью. У дня было 31, у летописи 30. То есть верховная власть просто интересовалась Оксфордской газетой. Так было до июня, а потом, как известно, день приостановили почти на 3 месяца. Причем с максимально оскорбительной для Оксакова формулировкой. Официальная газета Министерства внутренних дел «Северная почта» в одном объявлении сообщала, что Оксаков был лишен права издания газеты по повелению императора, а издание социалистических журналов «Современник. Русское слово» только приостановлено на 8 месяцев по решению министров внутренних дел и народного просвещения. Оксаков был вне себя. После всего газетной ошибки власть сообщила, что революционные журналы, с которыми боролся день, для нее меньшее зло, чем после. Возобновили издание, потому что российским властям нужно было издание, имеющее влияние на славян. В этом никакое другое с оксаковским заниматься не могло. Более того, славянская тема представляет пример уникального влияния, которого сумели добиться, казалось бы, всего несколько человек. Все началось еще в 1845 году со сборника, который славянофилы называли про себя славянским. Ну, а официально назывался он «Сборник исторических и статистических сведений о России и народах единоверных и единоплеменных». Потом, в конце 1850-х, попытка Оксакова создать славянскую контору при журнале «Русская беседа». Попытку власти тут же достигли, но Оксаков продолжал налаживать связи со славянами, продолжал писать о них и писать официальные вывески. Потом занимался этим газетой «День Москва», потом, оказавшись на 12 лет в Оксе, без газет нашел себе длинную форму выражения «Славянский комитет». В 1878 году, накануне своей знаменитой речи против решения Берлинского конгресса, он объяснял Екатерине Дмитриевичу: «Я большую часть жизни был публицистом, продолжал быть ему в звании председателя Московского славянского комитета. Пишу и читаю свои передовые статьи в форме речи». Славянский комитет, который Оксаков официально возглавил только после смерти Погодина в 1875 году, оказался в его руках мощным инструментом, которым он владел у них уже газеты. «Я раскачу полно», — как-то сказал, начиная кампанию поддержки славян в 76 году, и исполнил это. За менее чем 20 лет, прошедших с неудачной попытки создания славянской конторы, или за 30 с небольшим созданием славянского сборника, в стране выросло целое поколение, воспитанное русской беседой, Петром, Москвой. Вот, собственно, оно литературное влияние, о котором говорил Саханский. И это поколение в середине 70-х годов определило общественное, точнее, народное мнение. Впервые сложилась ситуация, когда власть нехотя принимала решение под давлением общества, а точнее народа, который вступление в войну за славян ждал с радостью, как благое дело. Причем наши современники часто не понимают, как Оксаков стремился объединить славян. Подчинить России звучит вопрос. На самом деле речь не была ни о подчинении, ни о публике, но о конкретном политическом проекте. В ноябре 76-го года Оксаков писал генералу Черняке: «Изо всех славянских племен только русские есть племя политическое, только новое было в себе способность повиновения и послушания принципу власти, способность самоограничения, отречения от личной воли ради идеи целого. Прочие племена могут существовать только при России в формах еще не определенных историй. Наша задача — освободить их и представить им возможность жить и развиваться. Наша обязанность — упрощать племенные эгоизмы, вредящие общей идее славянства». Как видим, Оксаков не был одержим идеей какой-либо конкретного имперского проекта. Когда же на исходе русской турецкой кампании власть дрогнула, и дипломаты проиграли войну, выигранную народом, Оксаков снова стал для власти фигурой нежелательной. Его речь против Берлинского конгресса только довершила дело, дала повод отправить его в ссылку. Незадолго до этого Оксаков писал Екатерине Тючке: «Я уважаю власть, но не ищу благоволение, считаю себя обязанным пользоваться предоставленными мне немногими правами до последнего предела. Я не признаю возможным поступиться той своей свободой, на которую никакая власть посягнуть не может, никакой государь не властен повелеть мне быть нечестным, говорить неправду, молчать, когда молчание, по моему понятию, есть грех или преступление, когда совесть велит говорить.
В это время авторитет, который обладал Аксаков, можно сравнить с влиянием, которое спустя 100 лет имели Солженицын и Сахаров. Только они обладали огромным влиянием в сравнении с тонким слоем интеллигенции. А аксаковское слово слышал и народ. Так и смолотся за этих веков, за 30 лет до того, в рассказе Европейской революции, сказавшему, что задача спинофилов – воспитывать общество. 80-й год. Аксаков добился права на издание газеты «Русик», снова ведет себя, как двух станов не боец. Ему с навязчивым предложением о сотрудничестве обращаются консерваторы. Князь Мещерский и бывший редактор его гражданин Цикович. Первому предлагает за это неприемлемые условия, а второго печатает Руси, но только под криптонимами, и ни разу на странице газеты не появляется его настоящий имя. Для Аксакова это принципиально. Либералы с навязчивым предложением Руси не обращались, но с некоторыми из них Аксаков готов был иметь дело. Например, он помещал у себя статьи за всегда Дрегова Евгения Маркова или бывшего участника «Земли и воли» Павла Равинского. Начиная Русь, Аксаков писал своему однокашнику, поручившему правоведению, прокурору Победоносцеву, что идет против течения интеллигентского большинства. И действительно, первые полтора-два года он был полемику с левым лагерем, с тем, кто сознательно или нет, но работал на революцию. А когда в 1883-84 годах лагерь левой прессы заметно приедел и притих, основными оппонентами Руси стали правые издания «Московские ведомости» и «Русский вестник» Каткова, «Гражданин Мещерского». Аксаков полемизирует, наконец, журналы Санкт-Петербург, а это официальное издание Министерства иностранных дел, то есть у нас борьбы правительственный курс. Он снова идет против течения, но на этот раз против консервативного течения, а в итоге опять двух штатов не боится. Но знамени врага отстаивать честь он по-прежнему не может. В 1782 году крупнейшая либеральная газета «Голос» откликнулась на статью Руси о Земском соборе, совещательном органе, поражающем царем мнение всех сословий, то есть земли. «Голос», поддержав Русь против газеты Каткова, выразил готовность вступить с Аксаковым в союз. Аксаков проигнорировал это. А Победоносцев тогда же, во время борьбы вокруг идеи Земского собора, стал его политическим оппонентом, чтобы не сказать противником. Предлагал императору наказать Аксаковскую газету или вовсе запретить ее. Парадоксом при этом Аксаков не менял курса, не изменял своим принципам. Но из нескольких, как в проливе Босфор, противоположных течений, главенствующих становилось то одно, то другое. Аксаков же еще в 1778 году писал Екатерине Тючевой: «Никогда мы знаменателы не были по течению, а всегда против течения, верующие под нашим, что под внешним течением, там, в глубине, нижние слои вот текут в нашем направлении». Дело кончилось тем, что на рубеже 85-86 годов Аксаков снова оказался для власти нежелательной фигурой. Подвергнув жесткой критике политику, осуществляемого правительством на Балканах, Аксаков заявил о лживости всего нашего политического пути из Берлинского конгресса и требовал более решительных действий по отношению к Австро-Венгрии. В ноябре 1985 года Главное управление газетной печати принесло первое предостережение Руси, подчеркнув, что газета, цитирую, «обсуждает текущие события, которые несовместимы с истинным патриотизмом, и явно стремится возбудить уважение к правительству». Причем выражение «истинный патриотизм» вставил в формулировку Победоносцев, добавив, это ему будет чувствительно. После полученного Русью предостережения жена Аксакова Анна Федоровна советовала мужу прекратить издание газеты, однако он решил, по что бы не стал, ответить на вынесенное ему обвинение. И Аксаков дал самую решительную отповедь на обвинение в недостатке истинного патриотизма. Причем весь свой политический пафос он направил не на Министерство иностранных дел, как прежде, а в адрес самого опасного противника, высшего литературного полицейского ведомства, как он назвал ведущее цензурой Министерства внутренних дел, и заявил, что понятие «истинный патриотизм» не предусмотрено никаким законом, а следовательно, незаконные обвинения, выдвинутые на этом основании. Вскоре Аксаков скончался, а вместе с ним кончилось настоящее классическое сценарфистство. И не потому, что он шел уникальный человек, и без него некому было издавать новую сценарфистскую газету. Со смертью Аксакова закончилась целая эпоха. Ведь не зря же Страхов, Гиляров и другие современники утверждают, что для себя Аксаков умер вовремя. Аксаков умер, когда окончательно исчезла надежда наладить надежный постоянный диалог между властью, народом и обществом. Или, как он говорил, разрушить святостение между царем и народом. Анна Федоровна Аксакова несколько иначе не определила ту же мысль, когда признавалась арест убитого, что ее мужа, цитирую, «убило окончательное разочарование в том, кому уверена нынче судьба России и в честность и русское чувство, которому он долго не переставал верить». Понятая речь о государе, которого хорошо знал еще наследник. Возвращаясь к изначальному
вопросу, каково же было место Аксакова в общественной борьбе и любовной. Зачастую в историографии вопрос сводится к определению, кто либерал или консерватор. Ну как можно назвать либерала убежденного противника парламента и сторонника не просто монархии, а именно самодержавия, каким был Аксаков и другие славянофилы? А как можно назвать консерватором человека, который последовательно отстаивал основные либеральные свободы? Даже в конце жизни, почему это? Потому что в историографии Литерисов повторяли за Николаем Ивановичем Цимбаевым о перерождении Аксакова в консерваторе, произошедшем в середине 70-х годов. Так вот, в 1780 году в Руси, оценивая положение следствия как тяжелое и мрачное, Аксаков утверждал, что Россия не выйдет из него посредством нескольких реформ. Он заявлял, реформы нужны и в социальном устройстве, и в политическом, и в области церковной. И опубликованные в Руси статьи духовника Аксакова, священника и Александра Иванцова Платонова предвосхитили решение Поместного собора 17-го года. Очевидно, пытаясь примирить фигуру Аксакова и всех славянофилов в наряды либерала или консерватора, мы не приближаемся к пониманию их идей, их мировоззрения, а лишь непосредственно состоятельность в условиях российских реалий понятий, заимствованных из иной политической сферы. А того в последние годы все чаще мы видим попытки создать новые дефиниции: творческий традиционалист, либерал-консерватор, консервативный прогрессив, свободный консерватор и новый критерий классификации. Попытки эти не закончились, и новые системы оценок мы еще не выработали. Поэтому сегодня нам важнее определить не место, а роль Аксакова в общественной борьбе. Если мы принимаем утверждение, что главное событие, определившее ход истории 20 века, это революция 17 года, а приведшая к катастрофе кризис в отношении власти и общества отмечал предыстории иной кризис, который пережила власть еще на рубеже 70-х и 80-х годов 19 века, то нам легче определить и роль участников общественной борьбы той эпохи. Здесь главный критерий – отношение к революции. Казалось бы, нетрудно было заметить это и прежде, но изо всех писавших, как Аксакове, только Василий Васильевич Зимпорский, как важное его достоинство, указал, что тот задолго предугадал опасность катастрофы русской революции. И добавил, сознательно боролся с ней еще с 60-х годов. Едва ли не со времени появления в 72-м году, призывающих досилию гражданского и прокламации «Молодая Россия». И очень важно, что его борьбе на первом месте стояли не меры, направленные на то, чтобы запрещать или пускать как у третьего деления, или как зачастую у победоносцева, а позитивная программа строительства отношений власти, народа и общества. В этом заключалась его главная роль. Но программу эту, повторяю, власть не приняла, и тогда миссия Аксакова и славянофильства в целом оказалась исчерпана. А Россия еще более приблизилась к революции. Благодарю за внимание. Есть вопросы? Спасибо.